Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 февраля, и вот вчера я начала посев для теплицы с подогревом инфракрасными обогревателями. Начала посев редких, коллекционных, разных экзотических сортов. Про первый лоток я рассказала. Сегодня я буду сеять второй лоток. И сейчас я коротко расскажу, что это за томаты и почему именно сегодня. Вот смотрите, первый для получения суперраннего урожая я сеяла 2 недели назад, 23 января. Вот ровно через полмесяца, ну там была теплица, но не была она есть, с двойным подогревом, то есть греющий кабель в земле и вверху инфракрасные обогреватели. Сейчас через полмесяца я сею томаты для теплицы, у которой грунт не подогревается, у которой только инфракрасный обогреватель, поэтому позже. И начинаю сеять именно с высокорослых, крупноплодных. Я уже объясняла вчера вот про 6 февраля. Почему именно 6 февраля? Я даю 10 дней на всхожесть, значит, 16 февраля они взойдут. Но если сегодня сею 7, значит, 17 февраля. 17 марта месяц, 17 апреля 2 месяца, а так как я планирую высадку в теплицу 25-26 апреля, как делаю обычно и в прошлом году делала, то рассада у меня будет возраст на 10 дней больше, чем стандартная, 70 дней. Но тут опять как, год на год не приходится, если весна будет ранняя, то возможно и в 60 дней можно будет высадить, а если весна будет поздняя и будет долго холодно, то, возможно, потребуется дополнительная перевалка в тару большего размера. В том году я в литровые мягкие пакетики магазинные переваливала. Вот это видео буду снимать по той же схеме, как и вчера. То есть я не буду показывать, как я раскладываю. Это все уже показано. Ссылки на видео с посевами, все вот процедуры посева, технологии посева будут в описании к этому видео. Вот я подготовила все, я грунт увлажнила, бороздки сделала, разделила. И поясню, зачем разделяю. Эти сорта редкие, коллекционные, они куплены очень дорого. Вот тут большинство купленных у меня за 10 штук 50-60 рублей отдаем. И поэтому их мало дается в пакетике. И я высевать буду по 4 семечка. Свои-то я полностью рядами делала. Даже те, которые прислали в дар на обмен, вот у меня с Латвии сейчас буду рассказывать, их тоже мало, там по 2, по 3 семечка. Поэтому большой ряд не нужен. Я вот сею 26 сортов в одном лотке. Вот такими маленькими, коротенькими рядами. Но так как эти сорта у меня почти все куплены официально, сейчас я вытру, и есть в них во всех описаниях, нам будет проще, я сейчас просто пачки вам буду показывать и читать описание сорта. Для чего я это делаю? Во-первых, меня просили показать, какие новинки я в этом году насею. А во-вторых, может быть, увидев этот сорт, почитав описание этого сорта, вы заинтересуетесь им и где-нибудь приобретете себе. Так. Начинаем. Это вот вчерашняя я рассказывала, какие у меня сорта. Вот это сегодняшняя. 7 февраля. Редкие коллекционные. Здесь я читать не буду, потому что есть пачки, есть на пачках описание. Я сейчас сделаю увеличение, и мы прям пакетики будем читать. Первые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Первые 8 сортов, в первую очередь, конечно, я наметила посеять из Латвии от Иветы Солы, про которую я уже говорила. Тут и вот этот сержант Пеппер, который мне прислали, вот некоторые зрители, свои собственные семена. А это вот именно что купленные на фирме. Так, потом... Адонис розовые, до 1 килограмма написано плод. В эту теплицу я тоже старалась такие крупноплодные выбрать. Вот Казула польская, многие хвалят его, мечта Алисы.
польская. Тут нет описания, в следующих будут описания. Потом вот черные полосы, коричневые с зеленым, тоже не русские. Шоколадная Анна, тоже 500-граммовые. Потом вот этот вот мятежный истребитель-то. Мятежный звездный истребитель, ведущий США. Видите, совсем два семечка драгоценных. Вот будет рядочек из двух семечек. Потом тут же тоже ответы. Вот какой-то коллекционный сорт томата Вольф Зосси. Тоже ничего не знаю о нем. Ну, тоже 500-граммовый, высокий, 1,80 м. Вот тоже двухметровый коллекционный сорт какой-то, название которого я не смогла прочитать нормально. 800-граммовый, золотисто-оранжевый. Вот это будут латвийские семена. Потом идут те семена, которые я купила на сайте. Я вот говорила на сайте, там, где мне Валентина Соболева помогла. Она купила, мне переслала. Я ей деньги выслала, потому что сама не смогла зайти. Тут, конечно, больше всего таких редких импортных сортов. Вот большой белый бифштекс США, индетерминантный высокорослый для теплиц, белоплодный с крупными до 400 граммов плодами, очень сладкими при полном созревании для салатов. Потом гигант Кубы, тоже индетерминантный сорт для теплиц. Тут я выбрала все почти индетерминантные и тепличные. И чтобы были крупные плоды, потому что их нужно пораньше. Плоды, так, плоды фиолетовые, внутри красно-розовая мякоть с присутствием зелени. Плоские, 400-граммовые, очень вкусные, высокоурожайные. Так, какой-то ананас Нойр, США. Индетерминантный среднерослый сорт для теплицы открытого грунта. Помидоры крупные, до 500 граммов. Великолепного вкуса и неповторимой окраски. Внутри они розово, красно, зелено, желтые, четырехцветные. Просто порезанные на дольки, этот помидор может стать главным украшением стола. Очень редкий сорт. Ну вот этот я слышала. Ой, сейчас перековеркую, но попробую прочитать. Беркли Тай-Дай Харт, США. Индетерминантный высокорослый, среднеспелый сорт для теплиц. Плоды очень декоративные, средней массой 300-400 грамм, сердцевидной формы, коричнево-красные, с зелеными штрихами, мясистые, сладкие, стабильно высокий урожай, сорт салатного назначения. Дальше. Гавайский ананас США. Индетерминантный высокорослый сорт для теплиц. Плоды плоскоокруглые, оранжево-желтые, очень сладкие, с привкусом ананаса, средней массой 400-500, салатного назначения. Как вы поняли, все вот эти вот, они все бифтоматы, все именно вот мясистые, сахаристые, с огромными плодами. Томат «Ослиные уши» Польша. Редкий, среднеспелый, индетерминантный сорт с красивыми, крупными плодами удлиненной формы. Масса плодов до 400 грамм и более. Цвет насыщенно-малиновый, очень сладкий, перспективный урожайный сорт для закрытого грунта. Тоже тепличный. Томат «Интуитивная прозорливость» США. Вот это я видела, картинка очень красивая. Индетерминантный высокорослый среднепоздний сорт для теплиц. Плоды плоскоокруглые, желтые с розовыми штрихами, средней массой 300-400 грамм, сорт салатного назначения. Также хорошо подходит для приготовления кетчупов, томатных соков. Дайте ему вызреть на кусту и поверьте, слаще томата вы не найдете. Так. Дальше. Вирджиния сладости. Индетерминантный высокорослый сорт, преимущественно для теплиц. Очень популярный в США. Плоды плоскоокруглые, золотистого, желтые с красной шапочкой. Румянами и полосами, очень сладкий, массой 500 грамм, редкий для России сорт. Так, опять не русский. Хазелмае, США. Читать не умею по-английски. Индетерминантный, среднеспелый, высокорослый сорт для теплиц, плоды плоскоокруглые, в стадии зрелости оранжевые с розовыми румянами, средней массой 300-400 грамм, мясистые, очень сладкие, вкусные, сорт стабильно урожаем.
используется для приготовления салатов, соков, кетчупов, соусов. Так, белая королева. Высокорослый, среднеспелый, индетерминантный сорт. Плоды белые, плоско-округлые, некоторые с розовыми пятнами на боках. Масса 350-450 грамм. Мякоть с фруктовым ароматом, сладкая. Так, вот этот интересный сорт. Томат гиганте с гюе, США. Ну, что-то гигантское, короче. Индетерминантный, среднеспелый, высокорослый сорт для теплиц и открытого грунта. Сорт выведен в России еще в начале 20 века и вывезен в США, откуда снова завезен к нам со слегка видоизмененным названием. Плоды очень крупные, от 300 грамм до килограмма, даже в не очень благоприятный период. Естественно, они очень сочные и мясистые, со вкусом настоящего классического томата. Сорт салатного назначения. Так, большой полосатый кабан, США. Высокорослый, индетерминантный, среднеспелый сорт. Плоды темно-коричневого цвета, с металлическими полосами зеленого цвета. Массой 300-400 грамм, сочные и сладкие. Сорт больше подходит для теплиц. Именно там он очень урожаен. Как вы видите, сюда, в эту теплицу, я собрала весь крупняк. Все вот такие биф-томаты, которые очень сладкие, необычные, высокорослые. Которым нужно больше времени для формирования кустов, для формирования плодов. Именно поэтому я их буду сейчас сеять в первую очередь. Томат «Большая радуга». Вот это мне тоже интересно понравилось описание. Индетерминантный сорт для теплиц. Интересен прежде всего сладким томатным вкусом и двухцветной желто-оранжевой окраской. Сорт обычно ведут в 2, максимум 3 стебля. Тогда плоды будут массой 400-500 грамм. Около 10-12 штук на кусту. Сам куст высотой около 1,5 метра. Сорт салатного назначения. Вот те, которые я купила на сайте, закончились. Дальше я еще добавила на свой страх и риск. Вот мне из Москвы Зинаида Медведева прислала золотой лимон. Я потому что везде искала. Он хоть и не у коллекционера взят, но судя по цене, вот 60 рублей пачка, он тоже редкий сорт, потому что найти я его нигде не могла. Мне вот из Москвы Зинаида Медведева купила, и то там она искала, не могла долго найти. Написано серия реликтовые томаты. И я его на свой страх и риск сюда же сейчас посею. Почему? Потому что он... Так, сейчас скажу, что мне здесь... А, смутило... То, что написано, растение мощное, облиственное. Вот именно такие томаты, я говорила вам, что я стараюсь теплицу не высаживать, потому что они занимают много места. Но мне так захотелось этот золотой лимон иметь в этой теплице, пораньше посмотреть, что это. А так написано, он раннеспелый, 95-105 дней, индетерминантный тоже. По высоте он подходит. И растение мощное, облиственное, около 1,8 метров, ну почти 2 метра. Лист узкий, растения формируют сложные кисти, несущие на себе 10-30 плодов. Плоды необыкновенной красоты, золотистые, блестящие, похожи на золотые лимоны с крупным носиком, массой 8-120 грамм. Короче так, у меня когда спрашивали, когда я буду сеять для простой теплицы, неотапливаемой, как раз к слову пришлось, вот здесь написано, тут и особенности выращивания, и написано, в закрытом грунте необогреваемые теплицы, срок посева на рассаду, конец февраля, середина марта. Значит, вы смотрите, я вот свои для неотапливаемой теплицы сею всегда 15-20 февраля. 20 февраля это и есть последняя декада февраля, но опять же, это все зависит от срока высадки. Если вы, например, 20 мая уже можете высадить, можете смело 15-20 февраля сеять, делать посевы. Но если вы высаживаете позже, например, в конце мая, 30 или 1 июня, тогда в начале марта. Все вот этот я тоже посеяла сюда же. Хотя он не, ну как, редкий, но не настолько. И еще у меня тут осталось 3 строчки. Я обычные вот такие решила посеять томаты, но которые меня очень заинтересовали. Мне вот Ипатова Надежда с поселка
Любохна Брянской области прислала на пробу новый Кёнигсберг полосатый. Он тоже индетерминантный, написано высокоурожайный и 300 грамм плод. Он такой полосатый. Ни разу не пробовала. От уральского дачника он. Посмотрю, получится он у меня или нет. Вот такой еще сорт будет. Он тоже высокорослый, так что он немножко подходит к ним. Потом еще будет вот такой сибирские бананы. Он тоже высокорослый. Но этих 4 сорта всего будут простых. И еще по многочисленным. Так, это мне кто прислал? Это вот бананы прислала Лена Зинина с города Озерск Челябинской области. И она же прислала «Царь колокол». И так как многие очень хорошие отзывы об этом томате пишут, и мне пишут и в Одноклассники, что посадите, повыращивайте вот «Царь колокол», очень хороший, тоже с города Озерск Челябинской области Лена Зинина прислала. И еще его посажу. Все. Так что вот к этим к экзотическим коллекционным затесались наши 3 сорта простых. Все они будут расти вместе, потому что они по сортовым характеристикам подходят. Все они высокорослые, все они индетерминантные. Все они продолжительного плодоношения. Вот это второй лоток будет в теплицу экзотов и редких. И еще там немножко не входит во второй лоток. Я еще посею маленький один лоточек, потом вам все расскажу. Но эта вот теплица, мне кажется, будет самая интересная. Как вы видели, тут и синие, и коричневые с зелеными, и желто-оранжевые, и всякие разные, все крупные, все бифы. Но самое главное, получились бы они, потому что семена все как бы магазинные, ну то есть не мои. И если я говорила, что в первом посеве я на них надеюсь, всегда их сею, осечки не бывает, то тут у меня будет американские горки. Один может взойти сорт, другой нет, особенно там, где 2 семечка. Если 2 семечка не взойдет, значит этого сорта вообще нынче не будет. Но тут русская рулетка. Повезет, не повезет. Я надеюсь, конечно, что взойдут все, даже те, где 2 семечка. Есть даже где 1 семечко. Вот в следующем лотке буду сеять по 1 семечку, потому что люди, которые купили очень дорогущие семена, мне поделились, по 1 семени выслали. Буду сеять и по 1 семечку. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это мои редкие экзотические всякие там коллекционные сорта. Их еще очень много. Постараюсь обо всех вам рассказать.